мне приятно сегодня с вами встретиться. И, может быть, случай не тот, во время которого можно погрузиться в наши отношения с Великобританией, но, тем не менее, эта встреча очень важна. Может быть, даже исторически важна, поскольку, несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими, намного лучшими, чем они находятся на этом уровне сегодня. Недавно наша делегация посетила Великобританию во главе с премьер-министром. Прошли очень солидные и очень результативные встречи, связанные прежде всего с экономикой, торговлей между нашими странами. Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия в Великобритании были успешными. И я вас лично благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом. Вы, господин министр, наверное, знаете, что я негативно отношусь к выходу Великобритании из Европейского Союза. Тем не менее, если исходить из государственных позиций, в этом процессе есть много положительного. И прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, независимым от почти трех десятков голосов Европейского Союза. И для нас это выгодно тем, что мы и вы можете более свободно и более оперативно налаживать отношения.